Здравствуйте! На телеканале «Продвижение» выпуск новостей, в студии Анна Ашуркова. И сегодня в программе. Часто вспоминаю моменты из детства, когда я представляла себя ведущей. Я брала почтовые открытки, раньше родственники постоянно поздравляли друга с праздниками. Почтовые открыточки отправляли. Я читала их и представляла, что я ведущая. Ну, видимо, мысли материальны даже спустя столько много лет. И вот уже 13-й год я работаю в замечательной компании «Риа Ленинск». О том, что буду работать на телевидении, даже и мечтать не могла. Еще в школе, потом в педагогическом колледже писала статьи в газету. Уже потом пригласили попробовать свои силы в молодежной студии «Мост». Поступила в университет и начала работать. Пригласили в информационную студию редакции «Ленинск ТВ». О журналистике я мечтала со школы. На телевидение попала 2 года назад, когда я искала работу. Увидела объявление и отправила свое резюме. Пришла собеседование, вот я здесь. Как говорится, мечты сбываются. Если так посмотреть на мою жизнь и отмотать несколько лет назад, как бы вся моя жизнь почему-то связана с визуальными искусствами. Это и художественная школа, это и подработка в старших классах, в фотосалоне местно подрабатывала. Потом поступила в университет культуры и искусства Кемеровский. Закончила его благополучно. После его окончания я поработала на Кемеровском телеканале в качестве художника компьютерной графики. Но по стечению обстоятельств вернулась в Ленинск. И вот пришла сюда работать уже в качестве режиссера монтажа. Я был кинолюбителем до этого. За 5 лет кинолюбительства снял кучу пародий на рекламу, там 2 мелких мультика, киноклип. И с этими, когда у нас открылось телевидение, я пришел вообще на телевидение с предложением работать сценаристом юмористической программы. Мне предложили пойти и работать оператором. И, получается, сам снимал, придумал это сюжет. Сюжеты, и у меня было где-то 5 вышло юмористических программ. Моя первая съемка была в Дворце спортивной гимнастики. Это был крупный турнир с приглашением именитых спортсменов. Была очень незабываемая атмосфера. Было здорово смотреть, как выступают гимнасты. Поразила тогда эта атмосфера. И спорт с тех пор стал основной темой моих репортажей. Мы рассказывали о том, как развивается в городе кикбоксинг, пауэрлифтинг, футбол и другие виды спорта. Первая съемка была с наставником, шеф-редактором Галиной Ильиной. Это была сдача дома в микрорайоне. Тогда все для меня казалось так все это необычно, как такое может быть. Вот. Но затем самостоятельная съемка, более легкая такая, социальная тема. Мы были с Александром Ивановым. Ленинск-Кузнечанке исполнилось 90 лет. Ну, там, соответственно, была теплая встреча, сели, пили чай, разговаривали, а поболтать-то я всегда любила, и поэтому я подумала, ой, как здорово. Первую съемку помню, так как я пришла на телевидение из педагогики, то мне поручили сделать сюжет о ремонте детских садов и подготовке к новому учебному году дошкольных учреждений. Ну, снять-то мы сняли. На съемке я ходила с Василием Обуховым, но писала я свой текст и переписывала неделю. Помню свою первую съемку, она была в спортивном комплексе «Юность». Там проходила детская спартакиада, было очень сложно и волнительно мне. Непривычно было ощущать себя совершенно с другой стороны, но тогда со мной работал опытный оператор Александр Иванов, и благодаря ему у меня все хорошо получилось, он мне очень хорошо помог. На мой взгляд, идеальный сюжет – это когда сходятся все звезды. То есть это удачная тема, интересные герои и какие-то изюминки, благодаря которым сюжет играет самыми яркими красками и запоминается зрителю. Вот для меня вообще идеальный сюжет – это тот сюжет, который люди смотрят с удовольствием, в нем все четко и понятно, и они получают от него удовольствие. А вот за 2 года было ли, что тебе говорили спасибо за сюжет? Было много раз, много благодарностей, звонки, и так люди встречались. Очень приятно, конечно. Мне нравится вот именно в моей работе, что попадаются разные темы для монтажа, и каждый по-своему интересно. У тебя бывает, сюжет что-то смонтировал, и ты говоришь, идеальный монтаж? Идеальная съемка, идеальный монтаж, то есть идеальный сюжет? На сию секунду, но если я посмотрю на следующий день, я скажу, нет, надо было немножко так переделать, немножко по-другому там поставить кадры, да. Совершенству нет предела. Да, конечно, бывает, как говорится,
«Errare humanum est» – ошибаться свойственно человеку. Поэтому бывают всякие... То есть, ну, это, скорее всего, бывает от того, что когда торопишься или тебя торопят. Больше всего нравится снимать то, что когда есть что снимать. Это, к примеру, на заводах тогда, где что люди работают. То есть, где есть что снимать, ярмарки какие-нибудь. В отличие от каких-нибудь конференций, заседаний, где люди сидят просто и это болтают. И, то есть никаких действий там не видно, ничего, движения никакого не происходит, все что-то сидят, слушают. В этом году было 1 сентября 23 года, как я на телевидении. Желание сменить сферу деятельности ни разу не появилось. Ну и думаю, в дальнейшем тоже не появится. Был такой момент в жизни, что хотела поменять сферу своей деятельности. Ну, как видите, все-таки я здесь на своем, так сказать, месте, своей любимой работе. Очень я люблю. Телевидение для меня все. Это второй дом, вторая семья. Никогда даже не представляю себя в другой профессии. Телевидение для меня, наверное, сегодня это уже не просто работа. Это целый мир. Это коллектив единомышленников. У нас, кстати, прекрасная дружная команда. И это всегда какие-то новые открытия, какие-то новые события. То есть телевидение – это всегда ритм в жизни, это всегда возможность узнавать что-то новое и быть в курсе всех событий. Хотелось бы, чтобы наше любимое телевидение процветало, было как можно больше интересных, важных событий и, конечно, благодарных зрителей. Для меня телевидение – это жизнь, это общение, это каждый день новая интересная информация, новости и работа в команде. За 2 года работы я побывала в тех местах нашего города, где никогда раньше не была, даже не представляла о том, что они вообще у нас существуют. И для меня телевидение – это, во-первых, наш очень дружный коллектив и, конечно, возможность быть в курсе всех событий. Это любимая работа. Для меня телевидение – это новая информация, лица, люди, события, а также это мой дом второй. Я прихожу сюда и отдыхаю на работе. Мне кажется, это очень здорово.